директор Института политического и военного анализа, член правления Союза литераторов России Шаравин Александр Александрович. Александр Александрович, вот такой вопрос. Вы и специалист, военный аналитик, политический аналитик, и еще и литератор. Вот как это совмещается? Вы знаете, я на самом деле думаю, что это очень такое счастливое сочетание, потому что занятие литературным творчеством очень помогает научной работе, помогает в изложении какого-то серьезного научного материала, чтобы он был не просто сухим и таким сугубо научным, но чтобы он был доступным, понятным и, в общем-то, хорошим языком написан. Ну, не хочу сказать, что у меня уж очень там хороший язык, но, по крайней мере, книжки читаются, и это хорошо, потому что я смотрю, что люди, те люди, которые в науке каких-то результатов хороших достигают, они, как правило, дружат со словом, дружат с литературой. И, в общем-то, нельзя сказать, что все ученые – это обязательно хорошие лингвисты, высокого уровня литераторы, но минимальный вот, как бы, уровень обязательно должен быть. В противном случае эти книжки будет просто невозможно читать. А вот сколько у вас книжек уже вышло? Вы можете посчитать или уже… Посчитать попробуем. Ну, меньше 10, но думаю, что больше 5, так сказать. Вот где-то 7 или 8, вот так примерно. А вот есть какая-то книжка, которую вы могли бы сказать, что это ваш основной труд? Или это еще впереди? Вы знаете, со временем всегда кажется, что что-то недописано, что-то недосказано. У меня есть одна книжка, которую я люблю, но она, по сути, является сборником всевозможных статей. И хотя я ее, конечно, правил и сокращал эти статьи, перерабатывал, но, в принципе, это моя любимая книжка, и она называется «Родина и свобода». Потому что, в принципе, это такой подход не просто ученого, не просто аналитика, а именно гражданина России. И там, собственно, взгляд на нашу страну, и на прошлое, на будущее, на сегодняшний день. И не только военного аналитика, а именно просто гражданина, прежде всего. Должен сказать, что вот эта книжка, может быть, как раз и большей популярностью пользуется. По крайней мере, она разошлась очень быстро. И я не смог, собственно говоря, даже вот иногда дать эту книжку тем, кто меня ее очень просил. Я, конечно, хотел бы ее переработать и уже выпустить в новом качестве, потому что почти 10 лет прошло. Но вот как-то вот текучка немножко заедает. Наверное, время уже вот-вот-вот приближается к тому, чтобы эту книгу сделать, может быть, иного содержания, но смысл именно такой. Ну вот сам вопрос, он сейчас, наверное, наиболее острый после всех последних событий. Это гражданская позиция и литератор, пишущий человек, человек творческий. Вот как вы себе представляете, что такое, нужна ли гражданская позиция для литератора? Или можно обойтись и без этого? Я как раз считаю, что литератор без гражданской позиции и не очень интересен. Даже если его творчество может быть просто выдающимся, чисто литературно, да, то есть какие-то там изыски, там может быть какие-то достижения именно в сфере вот слова, художественного, но если нет гражданской позиции у литератора, то его работа может быть все-таки как бы интересна какому-то узкому кругу людей. А если ты затрагиваешь самые болезненные вопросы в жизни, которые, собственно, интересуют всех, то, может быть, книга интересна или статья даже больше, чем написано просто очень хорошим языком. Поэтому я считаю, что вот наша организация, она как раз отличается не только уважительным отношением к творчеству человека, но она, в общем-то, очень ценит свободу каждого члена Союза литераторов. Я ни разу не видел, чтобы кто-то как-то резко отзывался друг о друге. Я ни разу не видел, чтобы кто-то навязывал свою политическую или художественную позицию другому. Да, хотя они разные. Люди отличаются друг от друга очень, и по взглядам, и по возрасту, и по положению. Но самое главное, что всех объединяет именно любовь к творчеству, любовь к литературе. И вот это самое важное в нашей организации, что существует такое глубокое уважение друг к другу. Александр Александрович, вот мы сейчас готовим новый альманах «Словесность». О чем вам хотелось бы написать? Какую статью, какую работу? Вы знаете, я сначала хотел одну статью о важном очень событии, о войне на Балканах, потому что как раз 15 лет прошло после агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии. Но, с другой стороны, это событие не просто историческое, оно повторяется в сегодняшнем дне, потому что именно тогда многие положения
как бы европейской, так сказать, стабильности были пересмотрены, и те же границы, и тоже отношение к суверенитету государства. И когда сегодня, допустим, кто-то начинает на Западе говорить, что вот вы нарушили все и вся, говоря о России, позвольте, господа, а кто 15 лет назад то же самое сделал по отношению к Югославии? Тогда вы говорите, что это все справедливо и хорошо, сегодня это плохо. На самом деле, я считаю, что это или уже оно плохо всегда, и для всех, либо для всех хорошо и возможно. То есть это вот такой вопрос, который требует анализа и осмысления и сегодня, так сказать. Поэтому я хотел сначала вот именно этот материал написать. Может быть, я его и подготовлю как раз. У меня, в принципе, фактически готов. Потому что без этого анализа трудно смотреть в сегодняшний день. Ну что ж, мы тогда альманах и не будем выпускать без вашей статьи, а вы берете на себя обязательство, ну, где-нибудь к середине октября договориться. Обязательно. Спасибо. Всего доброго.